Добрый день, дорогие друзья, зрители моего канала и подписчики, с вами Кроша. Это прохождение замечательной игры под названием Swamp Attack, друзья, да, вы не ослышались. Эту замечательную игру мы снова будем проходить вместе с вами, да, и сразу же напомню, что кому понравилось мое видео и кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь на него, друзья, да. А мы начинаем. Начинаем играть, и у меня 3035, все 36, я уже снимаю в один день, потому из-за этого у меня не успело. Восполнится энергия. Мне, конечно, честно, для меня это большой минус вот этих игр, где есть вот такая энергия, и то есть мы не можем сразу, например, пройти, например, пару миссий. Это очень, не очень хорошо для игры, мне кажется. Ну, давайте посмотрим, у нас есть 6 уровень, и попробуем, если что, потом пройти и 7 уровень. Так, посмотрим, что нас там ожидает. Шквал монстров. Ну что же, сюда идите по одному. Так, пока будем перезаряжать. Так, отлично. Так, первый отряд мы вальнули. Так, я хочу, чтобы поднабраться немного патронов. Отлично, так. Так, а вот этого мы подпустим немного поближе и немного поднаберем пуль. Так, отлично. Сейчас попью немного водички, пускай идут. Блин, не успел эту утку взять. Так, сюда иди. Монетку отдай. Да, видите, патронов у нас практически нет. Так что будем их сейчас подбивать поближе. Не хочу я, чтобы они подплывали ко мне. Если честно, потому что они могут что-то взорваться, и у нас сильно уменьшится хатка. Фу, я уж начал волноваться. Так, они плывут все быстрее и быстрее. Так, да, у нас немного покоцался дом. Было бы круто, если мы еще потом, ну, восстанавливали за свои деньги. Это вообще был бы эпик. Я деньги хочу собрать просто все. Из-за этого. Так, ладно, этот сам. Погиб смертью храбрых. Так, опять вот эти ребята идут. Так. Они бы лучше кучно шли. Так, отлично. Не надо было его последним вальнуть. Так, о, разблокировано, отлично. Так. Теперь, ну, у нас нет патронов. А нет, все. Отлично, друзья, у нас все есть. И монеточку возьмем, конечно же. Отлично. Мы можем удвоить. Давайте попробуем нажать, у нас 2200. Давайте попробуем нажать на вот эту. И что она нам даст? Да, она нам ни хрена ничего интересного не дает. Кроме как вот это вот шляпы. Да, и эта шляпа еще будет 18 секунд. Я больше на это нажимать не буду. Надеюсь, у меня не... YouTube не заблокирует мне ничего. Так, это все фигня. Давай, давай быстрее. Я прошу прощения, друзья, за вот этот вот двойная награда. Да, видите, она работает, но я больше не буду на нее нажимать, хоть это очень и очень перспективно. Потому что такое... О, да, видите, у нас немного покоцался. О, у нас можно улучшение взять.
Так, у нас еще два улучшения, но вот это 13 тысяч стоит. Я предлагаю лучше взять, например, вот эту суперобойму из 11 патронов. Почему бы и нет? Боеприпасы я вообще не буду пока этим пользоваться. Но можно... Так. Подзарядка плюс один. Нужно начать уровень. В смысле, у нас... Или подождите, 2 минуты до восстановления. А мы можем в мультиплеер, например, зайти? Не можем пока в мультиплеер зайти. Придется ждать 2 минуты. И я не знаю, стоит ли вообще этим заниматься. Давайте пока, сколько она будет заряжаться еще? Минутам, 1,5 минуты. Быстрые тоже не можем зайти, что ли? Трагично. Вот это я пока не хочу пользоваться, ну, не стоит. Так, посмотрим, что у нас вообще есть в магазине. Да, видите, открылся, ну, бесплатно. Мы не платили, например, там, сколько он стоил? 15 тысяч. Мы можем, конечно, его улучшить за 3 косаря. Но не стоит. У нас все-таки вот этот вот бесконечный дробовик. Я думаю, стоит активно пользоваться им, чем тратить большие суммы на боеприпасы. Я, конечно, его сейчас покажу, как он работает. Но не знаю. Также, что у нас тут что-нибудь открылось вообще? Да. Бутылка стоит 300. 300, да. Но я не думаю, что такие, ну, что пройти. Ну, не знаю, друзья. А они 8 по 8 продаются. Ну, тогда ничего, неплохо. Тогда за 200 это даже дешево. Но улучшение 800 стоит. Пока я не думаю, не стоит брать вот это. Я бы лучше, если честно, обустроил свою халупку. Уровень 8. А мы прошли этот уровень 8 вообще? Нет, мы до него даже еще не дошли. У нас бобер с бензопилой. Кстати, откуда у него бензопила? О, отлично, так есть. Немного я протянул время. Прошу прощения за это. Такого больше не повторится. Ни с рекламой, ни с таким этим. Я постараюсь подольше. Отлично, я стрелок, друзья, просто ни разу не попал. Так, давай, заряжайся. Блин, уточку пропустил. Так, а этого я подпущу поближе, пускай он заряется полностью. Так, отлично, монетку мы взяли. Так, вы вообще уйдите, страшные. Так. Фак, вот из-за этой уточки, друзья, я опять пропустил. Так, давайте немного подзарядим, пока вроде бы идут только вот эти крокодилы. Да видно, вот эти подарки и больно-то и дают их. Дойдешь. Сюда нельзя. Так. Разблокировал холодильник, друзья. У него даже не было холодильника. Чувак, ты где вообще держишь свои вещи? Да, но у нас их нету. А, вот есть один холодильник. А, я же говорил, давайте попробуем вот с пулеметом попробуем. Но я не думаю, что этот пулемет вообще... Мне кажется, он вот этим быстрее будет. Просто переложите всех. Пускай он зарядится. Если вам интересно, я могу на них скинуть и холодильник. У нас их два. Еще вот эта смесь есть. Что, они там еще будут? Нет?
Так, отлично, у нас 1800 есть, но удваивать я их не буду. Потому что так. Даже когда я не нажимаю, здесь есть реклама. Просто реклама повсюду, друзья. Она оккупировала нас. Так. Да, теперь точно долго у нас уже не будет. И на этом придется серию заканчивать. Мы ничего не сможем купить. Ну, можем, конечно, супер обойму сделать. Кстати, напишите, сколько там всего она может хранить патронов. Или это прям до бесконечности. Ну, я хочу вот подкопить, еще нам 2 уровня осталось, то есть где-то 13, следующий, наверное, где-то будет 20 тысяч. Так. И давайте на этом, наверное, закончим нашу серию. С вами был, друзья, Крош. Поддерживайте мой канал, подписывайтесь на него. Кто еще не подписан, ставьте пальцы вверх, комментируйте. И увидимся уже, друзья, в следующей серии. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Привет и добро пожаловать на канал Крош ТВ. Здесь ты видишь 4 замечательных игрушки с нашего канала. Если тебе нравится скрежет металла, битвы роботов и великий экшон, то заходи в этот замечательный плейлист под названием Роботек, где тебя ожидает много-много всего интересного. Если тебе нравится летать по космосу и уничтожать другие корабли и спасать галактику, то добро пожаловать в FTL. Если же ты любишь логику, логические размышления и немного подумать, то добро пожаловать в Монумент Валли, которая находится чуть выше FTL. А если же ты любишь просто посражаться с группой, посражаться с другими игроками, со своей небольшой армией уничтожить другие чужие территории, то добро пожаловать в Tactic Wars, где большой-большой экшон и много всего интересного. И также не забудь подписаться, если ты еще не подписан. Большое спасибо и до новых встреч. Пока-пока.